Министерство науки и высшего образования Российской Федерации продолжает обсуждать с представителями высших учебных заведений новую программу повышения конкурентоспособности вузов. В ее основе принципы интеграции, кооперации научных и образовательных организаций, состязательности, конкуренция, открытость. Программа предполагает отбор в две категории – национально-исследовательские университеты и опорные вузы. 15 июня во время онлайн-совещания с министром Валерием Фальковым ректор КФУ Ильшат Гафуров озвучил свои предложения, касающиеся стратегии развития университетов. Было бы, может быть, целесообразно рассмотреть всего два трека, не деля их на НИО и на опорный, поскольку в опорных тоже два трека, по сути, то, что было озвучено, это и университеты, которые являются опорными для отраслей, и университеты, которые являются опорными для территорий. Так вот, критерии оценки, они тоже разные. Значит, можно было, это лично мое предложение, предоставлять статус НИО тем, кто попадает в первую десятку или в первую 15 того или другого трека. Все предложения и вопросы по программе стратегического академического лидерства от Казанского федерального университета будут отправлены в министерство в письменном виде. Валерий Фальков подчеркнул, что ведомство пока только на этапе разработки программы и принимает разные предложения. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз.